Хотя этот дом мой не родной, но он связан с моей роднёй. Так было бы вернее сказать, потому что вся вот эта улица почти, все дома, которые мы здесь видим, они когда-то принадлежали моему прадедушке. И эта земля тоже принадлежала всей этой большой родне. Но моя семья, мой папа, к сожалению, здесь своего дома не имел. Но его брат построил вот этот дом, возле которого мы теперь стоим. И я очень рада, что мы сейчас можем в нем жить. Так что в каком-то смысле это, конечно, связано со всей большой роднёй, и с прадедушкой, и с дедушкой. И можно сказать, что это наш такой, ну, не родной, но родственный, пожалуй, дом. И что самое главное, что этот дом находится на Караимской улице. На улице, на которой я сама родилась и выросла, хотя не в этом доме, а немножко дальше, где жила моя мама, потому что она тоже родилась на этой улице Караимской, и папа мой тоже родился здесь. Так что фактически вся родня, поколение с поколения в поколение, все родились на этой улице. И Караимская улица непосредственно связана с историей караимов в Тракте. Мы знаем по рассказам, по тем историческим рассказам, что Витовтас как раз одновременно и привез и караимов, и татар. Только караимов он привез семьями. И считается, что он привез 380 семей. Дата прибытия и караимов, и татар – это 1397 год или 98, так примерно. Исторических документов, которые бы подтвердили, что именно в этом году именно столько людей прибыло с Витовтаса, нету. Так что основываемся мы на рассказах и на исторической памяти. И нашей общины, караимской и татарской общины. Можно считать, что Крым это является для караимов такой исторической родиной. Еще есть одна особенность, говоря о караимах. В Крыму после революции, то есть после 20-го года, особенно после 26-го года, были закрыты абсолютно все храмы. А храмов там караимских было довольно много, поскольку до 18 века Крым был очень существенным и важным центром культуры караимской. Да, и именно там были изданы и первые книги, вообще печатные книги в Крыму. Не только караимские, но вообще. Когда началась Первая мировая война, здесь всем людям, живущим в Литве, было дано указание покинуть Литву и уехать вглубь России, эвакуироваться, иначе говоря. И караимы, и из Тракай, и из Вильнюса, и из Поневежеса, из всех мест почти все уехали. У всех были родственники в разных местах. Естественно, что после не все вернулись. Значит, если люди так разъезжаются, там ведь общины нету, чтобы они могли между собой разговаривать на крымском языке, значит, они переходят на местный язык, происходит огромная ассимиляция. Тогда уже и семьи не создаются крымские, а смешанные. И постепенно и народ тает, и, конечно, язык не употребляется. И вот это чувство, что ты караим, уже те элементы, которые обуславливают твое тождество, уменьшаются. Ты, может быть, помнишь, что-то знаешь. Это, конечно, очень важно тоже. Но основные элементы, особенно язык, он исчезает. Так что я бы сказала, что вот это время уже после Первой мировой войны, когда потом они все оказываются в Советском Союзе, где, конечно, говорить о национальной самобытности уже вообще не приходится. Для караимского народа вообще как такового было очень пагубно.
Я однажды участвовала в Люксембурге на таком совещании литератур исчезающих языков, так называлось это. И есть даже такая организация, потому что этих исчезающих языков довольно много. И украинский уже теперь записан в свод ЮНЕСКО как исчезающий язык. Но вот это было в 92-м году, еще мы не были записаны в ЮНЕСКО. Но поскольку я там участвовала и была организация, я говорю, мы можем стать членами этой организации. Меня спрашивают, сколько есть людей, говорящих на вашем языке. В 92-м году это еще было около 100. Я говорю, где-то 100 человек. Ой, это уже археология, не будем об этом говорить. Так что, а теперь сегодня мы имеем всего 30. Что еще очень важно, караимы молились на своем родном языке, на караимском языке. И турки, которые приезжают к нам сюда, они удивляются, что они вообще видят единственный тюркский народ, который во время молебен употребляет тюркский язык, поскольку в основном они читают Коран на арабском языке. А мы читаем все молитвы на караимском языке. По догмам караимской религии человек, который молится, он должен понимать суть и содержание молитвы. Для того, чтобы он это понял, он должен читать на родном языке. И поэтому была все время школа с 1576 года. В Тракае была школа, в которой преподавалась религия одновременно с языком. И в том, что язык сохранился, вот то, что молились все время на своем родном языке, это сыграло очень важную роль для сохранения языка. И вот этот караимский язык, язык западных или северных караимов, или тракайских караимов. Так вот он с тех времен и не изменился. Я сейчас работаю над очень интересным материалом. Польские ученые нашли перевод Ветхого Завета 1720 года. Это будет самый старый перевод. Хотя можно предполагать, что перевод на караимский из римский язык. Да, на караимский. Можно полагать, что вообще перевод Ветхого Завета был еще и ранее сделан. Но не было издания никакого более раннего. Мы с дочкой переводили теперь «Маленького принца» на крымский язык. И вот пришлось тоже искать слова, которых нету, например, там, где ремонтируется самолет, например. Так там есть разные технические детали, которых на крымском языке, но нету просто. Мы взяли какие-то слова или близкие к этому значению, что-то, аналог какой-то, или просто адаптировали слова. Караизм как монастическая религия основывается только на Ветхом Завете. Все религии, все монастические религии, они происходят от Ветхого Завета. Но в каждой религии есть какое-то еще дополнение к Ветхому Завету. Или его интерпретация, например, в Талмуде, или его дополнение в Новом Завете у христиан, или вообще на его основании появляется Коран в 8 веке у Магометан. И вот в это же время, примерно в то же время в Месопотамии, как появляется ислам, появляется и караизм, который отказывается абсолютно от любых дополнений к Ветхому Завету. Основатель религии Анан сын Давида в 8 веке и так и сказал, что ничего не добавляйте. Берите сами Библию, Ветхий Завет и читайте. И так, как ее понимаете, каждый из вас, так этого и достаточно. В Ветхом Завете изложен и 10 заповедей Божьих. И вот эти 10 заповедей Божьих являются таким моральной основой караимской религии. Поэтому в каждой кенеса, в каждом храме караимском вы найдете возле алтаря
написанные, расписанные 10 Божьих заповедей. Тракайская кинеса и Вильнюсская кинеса тоже. А само название Караим и караимская религия, оно происходит от слова «кара», то есть означает «читать». И поэтому исповедующие караизм – это и есть люди, читающие фактически, сами читающие Ветхий Завет. Для сохранения религии самой в таком чистом виде, как мы бы ее понимали, это трудно ответить сегодня, как она сохранилась. И вот эти люди, которые приходят, например, в кинеса на молебен, верят ли они глубоко в душе, приходят ли они из потребности молиться, или вот так, как вы говорите, приходят они только из потребности участвовать. Но мне кажется, что если они даже приходят только из такой потребности, считая, что если я приду помолиться, если я буду в кинеса, если я прочитаю молитву громко, значит, я караим. Так в этом отношении это, конечно, имеет большое значение. То, что есть такая возможность прийти в храм, поучаствовать, так точно разграничить, где тут начинается вера в Бога, а где только потребность придерживаться традиции, конечно, очень трудно. И тут нельзя, не войдешь в душу каждого человека и не спросишь у него. Но, я думаю, секуляризация имела очень большое влияние на то, что больше традиции, чем настоящей веры. Первый праздник по караимскому календарю – это и есть Пасха, то есть Тымбыл-Хиджи. В 15-й день первого месяца, когда начинается Новый год весной, потому что тогда вся семья собирается, и в течение всего этого праздника, который длится неделю, все ходят и навещают друг друга. И так что это такой праздник, который и эту нашу общину как-то объединяет.